«Сделаем мир ярче» – выставку под таким названием открыли в Асбестовском городском музее. На соцзрители представили лучшие работы выпускников и учащихся детской художественной школы. В городском музее весенняя атмосфера. Стены выставочного зала пестрят яркими и сочными красками. Воспитанники Асбестовской детской художественной школы открыли здесь выставку. Вот сегодня это такая серьезная, какая-то живописная выставка, может быть, с каким-то патриотическим таким уклоном. На этот раз мы решили представить ребят старшего возраста и в меньшей степени, может быть, младшее звено, среднее. И причина этому она совершенно простая. Мы сейчас проводим региональный конкурс имени Авакумова. Это конкурс рисунка. И у нас вот в конце месяца должны приехать ребята. Они приедут, и нам хотелось бы просто поделиться опытом, услышать их мнение. Для Асбестовской художественной школы давно стало традицией показывать свое творчество жителям города. Для коллектива это очень ответственное дело. Необходимо выбрать самые лучшие работы среди огромного количества и показать разнообразие тем и сюжетов. Это хороший уже уровень, достаточно интересный. Ребята индивидуальность свою проявляют. Они такие своего рода уже маленькие художники. Даже, мне кажется, взрослым есть чему поучиться, потому что у взрослых иной раз не хватает вот этой вот радости и оптимизма. Бывает ограничиваться пейзажами. А здесь очень сложные композиции, содержательные. Я думаю, взрослым будет интересно и маленьким будет интересно эту выставку посмотреть. Такая выставка проводится один раз в два года в залах музея. На соцзрителей представили только самые лучшие работы. В двух залах музея представлено свыше 200 работ, выполненных в различных техниках и видах изобразительного искусства. Выставка действительно очень яркая, эмоциональная, добрая, душевная. И в ней принимают участие как детки самых младших классов, так и старших. Поэтому действительно вот такие выставки, которые организуются в нашем музее детской художественной школы, они являются ярким событием в художественной жизни всего нашего города. Эта выставка еще показывает те возможности, которыми обладает детская художественная школа, чему она может обучить детей на протяжении нескольких лет учебы детской художественной школы. Поэтому мы приглашаем жителей города посетить эту замечательную выставку и напитаться вот этими впечатлениями, которые дает эта выставка. Отчетная выставка – это праздник для зрителей и творческого коллектива детской художественной школы. Приглашаем посмотреть на выставку всех желающих. Экспозиция будет работать до 20 апреля. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.